всей галактике рассказывают легенду. На далекой планете стоял мрачный замок Оружелье. Говорят, что оно хранит в себе артефакт великой силы, пушку, убивающую прошлое. Многие погибли, отправившись на ее поиски. Многие обрекли себя на вечность в бесконечных залах Оружелья. Но некоторым удалось дойти до цели и сделать свой выстрел. И тем самым ранить само время. В Оружелье возник временной парадокс, и оно грозит вот-вот рухнуть. Последние оружельцы должны. Приветствую, ребята! Сегодня мы будем играть в игру под названием Enter the Gungeon, ой, Exit the Gungeon. Это вторая, это прямое продолжение Enter the Gungeon. После того, как мы убиваем прошлое за всех основных четырех персонажей. А именно, охотницу, стрелка, бандитку и космодесантника. Ну что ж, начинаем игру. Кстати, да, чтобы... Ну да, для своего ноута я решил вот такое сделать. Улыбающаяся пуля. Иди-то ты нахрен. Твою мать! Куда я попал? Опа! Приветствую! Что за фигня? Только самые отважные и находчивые могут зайти так далеко, дорогой оружелец. Гордись тем, что ты из них... что ты из их числа. Однако, все же судьба решила повернуться к тебе задом. Выстрел! За выстрелом пушка ослаб... Выстрел за выстрелом пушка ослабляла колдовство, на котором держались эти стены. Что? Так это из-за нее сейчас вот такая вот хрень с оружельем происходит. Которая каким-то хреном у меня в 2D, а не в 3D, блин. Реально, 2D пространство, а не 3D пространство, вы чего ху? Рекомендую временно забыть о прошлом. О прошлом свете весьма невеселого будущего. Чтобы выжить, вам придется быстро и динамично убегать отсюда. Иными словами, вы должны выйти из Оружелья. У вас уже нет времени идти тем же маршрутом, которым вы пришли. Я помогу вам, чем смогу. Я богословлю ваше оружие. Перед подъемом обязательно поговорите с сэром Мануэлем. Он говорит, что знает 1000 секретов оружия и наверняка поможет вам, если вы его попросите. Вот он. Спасибо, товарищи стражи, но я мог это и сам узнать. Нифига, чё тут? Бля! Господи, я еще не привык к этому управлению. О, тут охотница. Опа, космодесантник, здорово. Бандитка. А ты еще кто? Ну, походу, это тот, который был и в первой части.
Как-то оно так. Дайте угадаю. Вы пытаетесь изменить прошлое и тем самым поставили под угрозу будущее? Такое могло случиться с каждым путешественником во времени. Утешил мужик. Нифига. Мануэль, а что ты начали на расслабоне? У нас тут будущее, а точнее настоящее разрушается, а ты тут начали на расслабоне? Давай-ка обучай меня. И снова здравствуйте. Вам разве не пора? Здесь все очень нестабильно, знаете ли. Вот, видите, очень нестабильно. Она вас сюда послала, да? Напомните вам, как покорять Ружелье. Это легко, могу сделать я, сир Мануэль. Давай, делай, мужик. Ох ты ж, господи. Ну, начинается. Что ж, приступим. Встретимся в чертогах знания. Ты хоть понимаешь, что я уже рядом с этими чертогами? О, блин. Нифига, это где? Отважный странник, подойди же. И нажми «Е», чтобы заговорить. Замечательно, отличное взаимодействие. Стоп, он сказал нажать «Е». Мануэль, ты что, сломал четвертую стену? Ты был в башне, в лобби ты был намного адекватнее, чем тут. Так, ладно. Добро пожаловать в чертоги знания. Вот, наденьте шляпу ученика. Начнем же, свет! Нифига себе. Ввиду безответственного поведения отдельных лиц и стрельбы, куда попало из оружия, искривляющего пространство и время. Оружие грозит рухнуть нам на голову. Чтобы вовремя добраться до выхода, вам нужно будет подниматься по... Я так говорю. Подниматься по сети самодельных лифтов Тейлора. Я проинструктировал своего помощника переделать чертоги знания, чтобы они больше походили на то, с чем вам придется столкнуться по пути наверх. Прежде всего остального, необходимо освоить перекат. Сейчас мой помощник продемонстрирует. Нифига, это бот-пуля. Для переката нажмите правую кнопку мыши во время перемещения влево или вправо. Давайте попробуем. Я понимаю, конечно. Это вы как такое сделали? Вы же взлетели на секунду. Ладно. Какой замечательный перекат. Давайте еще пару раз. Отлично. Чудно. Превосходно. Все, хватит. Ладно, давай. Вот вы делаете такое, знаете? Типа... Эдакий своего рода вертикальный перекат. Нифига, этого еще не было. Легенды гласят, что жил некогда такой древний оружелец, который поднимался в воздух, когда перекатывался. Эту технику назвали вертикальным перекатом. Никто и никогда не мог выучить ничего подобного до сих пор. Да, Мануэль, я повторю нафиг. Какое невероятное открытие. Попробуйте еще раз. Только в этот раз попытайтесь подняться как можно выше.
Святая калибра! Вот это высота! Вон на какую кручу... Вон на какую кручу залезли. А как теперь спуститься? Вот вы делаете такое, знаете. Этки своего рода обратный вертикальный перекат. Должно быть, я первый, кто своими глазами узрел этот невероятный прием. Забавно, что вы меня знакомите с врагами и все такое, но я еще не получил оружие. Послушайте, я раз уж вы наверху, можете мне летающую тарелочку достать. Какую летающую тарелочку, мужик? Старик, ты чего? О, бля. И, кстати, да, почему у меня шапка ученика в виде этакого... В виде такой детской шапки. Ну, детской кепки. Мог бы что-то адекватное дать. Ой. Опа, так. Замечательно! С возвращением. Спасибо, что достали летающую тарелочку. Я случайно его туда зашвырнул. И пребывал в уверенности, что он безвозвратно утерян. Опа, я разблокировал летающую тарелку. А он даже не мой. Старого друга Блокнера. Стоп, Блокнер? Вот это поворот. То есть Блокнер, ну, тот кабан из прошлого пули. Является другом Сира Мануэля еще до его смерти. Пипец. Ох, он и рас... Ох, он и раскраснелся, когда я его туда закинул. Может, вам пригодится, я не знаю. Раз уж мы с вами освоили все виды перекатов, то самое время попрактиковаться. В момент переката вы абсолютно неуязвимы, пока не коснетесь земли. То есть, вы... Читаешь, что ли? Ну да. Господи, блин. Это нужно. То есть, вы можете просто перекатываться через пули. В оружии повсюду будут свистеть пули. По моему сигналу, в вас полетят пули. Чё? По какому сигналу, мужик? Чудо! В целях выживания, вам придется перекатываться таким образом, чтобы пули... Проходили мимо, пока вы в воздухе. Пока вы в воздухе, вы неуязвимы. Увернуться значительно проще, если катиться на пули, а не от них. Тяжело поверить, я знаю. Тем не менее, техника проверена поколениями бойцов. Приготовиться начали. Пипец. Замечательно. Мужик, ты... Господи, блин. И еще разок. Мужик, ты хоть понимаешь? Ёдры! О. И контрольный. Ты чё сделал? Ты чё? Теперь давайте-ка кое-что поменяем. Пули пойдут сверху. Так что вам нужно будет выполнять вертикальный перекат за секунду до того, как вас попадут. Не, мужик. Мужик, ты издеваешься. Так, фантастично. Попробуйте еще раз залезть на платформу вертикальным перекатом.
чудно. Теперь пули пойдут снизу. Попробуйте пройти через пули при помощи обратного вертикального переката. Да... Мужик, отпусти меня хоть. Мужик, ну не надо. Его. Все, а теперь отпускай. Замечательно. Так держать. Хотите попробовать еще раз? Хватит уже. Я уже все осознал. Мы, в общем-то, почти закончили. Почти всегда своевременный перекат спасает вас от неприятностей. В оружии повсюду, знаете ли, пули. Пули, они как время быстро летят. Иногда ситуация выходит из-под контроля, и не получается сходу придумать, куда же перекатиться, чтобы не получить урон. Специально для таких случаев у нас есть пустышки. Выглядят они вот так. В момент выстрела пустышкой все пули на экране отправятся в параллельное измерение и исчезнут. Стоп, а чё он первый сказал? А, вот. Пустышка очень мощный инструмент, которого, разумеется, очень мало. Используйте их с умом. Мужик, у тебя пропадают символы иногда. Ладно. Они последний козырь в рукаве опытного оружейца. Давайте-ка их опробуем. Вот, подберите пустышку. Некоторые предметы, такие как пустышки, автоматически подбираются, если наступить на них. С другими предметами нужно взаимодействовать, чтобы они подобрались. Не забудьте, сейчас опять будут пули. Используйте пустышку, чтобы стереть их. Чтобы использовать пустышку, нажмите Q. Готовы? Начали! Я уже боюсь. Бля. Используйте пустышку до того, как пуля у вас попадет. Вот вам еще одна пустышка. Спасибо, сир. Сейчас опять пойдут пули. Используйте пустышку, чтобы стереть их. Так и я уже понял, мужик. Я готов. Я готов. Получилось. Только не забудьте, что пустышки одноразовые. Не стоит на них слишком уж полагаться. А теперь перейдем к самому интересному. К тренировке с оружием. Оружие стреляет. Как известно, лучше защиты могут быть только хорошие защиты и нападения. Так что быстро убивайте врагов, чтобы свести шанс получения урона к минимуму. Без оружия стрелять не получится. Я даже помню, какое у вас любимое оружие. Дай угадаю, ты мне дашь грехострел. Ну, мужик, давай, дай. Дай мне горохострел. Ну, давай, мужик. Опа, откройте сундук и возьмите из него оружие. Дайте угадаю, горохострел. Что я и ожидал? Первая пушка ребенка. Теперь вы вооружены и немного даже опасны. 10 патронов, пипец. Когда вы покинете оружелье, чародейка благословит ваше оружие. Благословенное оружие каждые несколько секунд меняет свою форму и характеристики. Калибра — загадочное божество, которое обожает элегантные перестрелки и ловкие вороты. Если вы покажете себя перед калиброй, то она может наградить вас, увеличить вашу огневую мощь. В общем, чем лучше ваша комбо, тем выше вероятность того, что ваше оружие станет чем-то нереально крутым. Сейчас мой верный помощник
изобразит одного из кровожадных и естественных обитателей оружейлия. Давай, показывай бот. За него не волнуйтесь. Настоящий оруживший мертвец. За вас точно переживать не станет. Мой помощник прекрасно понимает свою опасность. Сопряженную с этой работой. Уверяю вас, он в полной безопасности. Используйте мышь, чтобы нацелить оружие. Выстрелите в него по моей команде. Попробуйте, стреляйте! Да ты скотина! Стреляйте! Надо дожидаться. Убейте его. Да бля. Бля. У этого чего разброс такой? Наконец-то. У вас мозг настоящего убийцы. Наглый и абсолютно бессовестный. Главное, никогда не думайте о том, чтобы выстрелить в меня. Стрелять в меня бесполезно. Я призрак, поэтому ваши пули меня боятся. Да, мужик, я хочу это сделать. Я по ним... А, стоп, Блокнер? А, я ошибся, это же его бывший ученик. Ну, мужик, ну чё? Чё ты сделаешь? Отлично. В оружии живут твари, куда опаснее моего замечательного помощника. Из меня получится ужасный наставник, если я не предупрежу вас обо всех потенциальных опасностях за годе. Перейдем к вашему последнему уроку. Вам предстоит вновь сразиться со мной один на один. Не останавливайте свою руку, ибо я ее точно не оставлю. Только в этом упражнении. Я позволю вашим пулям попасть в меня. Приготовьтесь. Ох, Сир. Ты совершил буквально ошибку. Кстати, да. В этой игре мы можем не ограничить. Мы можем без неуязвимости стрелять, и пока... Так... Был бы это Блокнер, то нам бы пришла бы звиз. Все. Легко. Кажется, ученик произошло своего учителя. Я даже задеть вас не смог. Вот, наденьте шляпку инициации. Вот это то, что надо. Больше мне нечему вас учить. Пройти мой тест большое... Достижение. Ну вот и все, мы закончили. Если вы хотите еще потренироваться, то воспользуйтесь этой машиной, чтобы по одному призывать настоящих оруживших мертвецов. И достижение тест пройден, получен. Пойду обратно в подбрешье. Можете вернуться, воспользовавшись дверью. Чао. Ага, до свидос. То есть я могу туда вернуться в любое другое время. Так, ладно, возвращаемся. Охренеть. Долгое обучение, хочу вам сказать. Как же пиздец, какое долгое. Ладно, теперь спасаем ружелье, пока ничего не... Пока не поздно. Бля. Ой. Мужики, я уже как бы потренировался с Сиром. А как мне оттуда выбраться? Нифига. Все, оружелец, вы прошли курс боевой подготовки от Сира Мануэля. И теперь вы готовы покинуть оружелье.
Ну давайте. Ща пройдем. О, здорово. Оружелец. Сила великой калибры. Пулей этой и следующей. Что пронзает бездну и опускает занавес. Я благословляю ваше оружие. Искорни. Теперь каждые несколько секунд оно будет меняться. Ну, так, ладно. Калибра дарует свою силу тем, кто ее заслуживает. Чем увереннее вы ведете себя в бою, тем эффективнее будет ваше оружие. Удачи! Дай мне хоть немного ёпарасоте, звук уменьшите, реально. О, гранатник. Слизи. Нифига, насколько гильзы изображены. Гранатомет. Стоп, а че у меня гранатомет появился? Я же его не подбирал. Ядрит, Мадрид. Че это за безумие? Вау. Нихрен. Это че? Что такое? Бля. А с этим оружием неудобно как-то. Они даже остаются. Это чё? Да, призраки с пулеметами, это пипец. А тут есть хоть и что-то. Чтобы напоминало мне хоть о чем-то. Нифига, что это я получил? То есть каждые несколько секунд мое оружие будет меняться. Бля. Не, ну кого-кого? Я рыцаря тут точно не ожидал. Ладно. О! О! Белло! Здорово! Находчивый крыс, а ты что тут делаешь? Эй, пс! Оружелью понемногу крыша приходит. Оружелью понемногу крышка приходит. И в общем, я знаю, у нас были некоторые разногласия, но давайте будем сотрудничать, раз уж оружелью умирает, ладно? Ладно, крыс, поверю тебе на слово. Но если ты предашь, я тебя пристрелю этой пушкой. Я не просто да, я не просто так, я с дарами. Вот, видишь ключ? Он открывает кое-что очень хорошее. И это кое-что твое. Давай, бери ключ. Никаких подвохов. Ключ тебе наверняка пригодится. Крысиный ключ, серьезно? Иначе... Не, ну исчез, как старое доброе, ничего не меняется. Давай, Белло, шо у тебя там продается? Добро пожаловать в магазин, Белло. Самое важное место в оружии. Обратите внимание на мои товары умеренной ценной категории. Они наверняка помогут вам покинуть оружие. У вас есть флиалы. У вас есть флиалы во всех запасах оружия. Во всех залах оружия. Так что вы всегда сможете меня найти. Вы можете купить оружие и предметы в этих замечательных торговых автоматах. Вы забыли, что было в прошлый раз? Извини, я просто привык. Нихрена. А чё у тебя так дорого продается? Гильза у тебя на нифига себе. Оружие или конец? А с ним конец и вашим мечтам.
Мой магазин надолго пробудет открытым. Мы с моим Котофеем Оцелотом уйдем, когда уйдет последний оружелец. Нифига. Походу, у меня нет выбора. Придется брать половину сердца. Все-таки распродажа? Что за дверью? Давайте-ка войдем в одну из них. И где это я? Воу! Это что за пушка, стреляющая черепами? Она уж убивает практически всех с первого раза. О, пулеметчики давно не видели. Точнее, дробовины. Вау! Стоп, меня только что благословили вот этим. Нет, вы... Это что сейчас было? Ой. Так, ну по сути за все, что я как бы... Стоп, это что? Что-то по типу зала испытаний? Ладно, протестирую себя. Так, уже второй зал. Остается главное убить, ё-моё. Ах, маги. Снова они. Так, теперь я что получил? Волшебник просто пупеть. Стоп, эта шляпа им всего-то накидывает цилиндры. Получше не могли придумать. Это что за ракета? Воу. Вау. Хоть и трехразовое использование, но тем не менее хорош. Благо тут ключи не надо использовать. Так. О! Розовый контейнер Гуона. Дополнительное сердце ожидало. Неплохо. И это за все испытания, тем более. Походу, мне нету шанса туда попасть. Ладно, давайте купим лоту. Нифига. Стоп, указательный палец лича? Ядрит Мадрид. Так, ладно. Давайте покинем это место. И знаете, я даже готов всех убивать. Слушай, орать-то не надо. Нет. Это что такое? Ядреда. Ядрид! Стоп! Это батарейка, серьезно? Батарейка, оружие, пипец. Не, ну что сказать, логики тут совершенно нет. Ядрид! Чё-то слишком адские оружия мне попадаются. Да ладно, птица, и ты тут. Ядрид! А ты еще кто? А ты еще кто? Буйвола... Буйвола... Чего, бля, ты кто?
И мне еще что дали? И дред. Господи. Что это мне дали? Буйвол, ты не офигел? Это шо? Господи, господи, ты боже мой. Нету, бля. Я даже не понимаю, кто это, бля. Ах ты ж. О, снова батарейка. Бан. Все, бан босса. И что я получил? Опа, повязка на глаз. Социальный лифт. О. Давайте к БЛО. О, здорово! Правда, на указательный палец нету бабосов, к сожалению. Блин, и на испытание не мог пойти. Нифига. То есть, тут я уже могу перейти на следующий этаж. Господи, куда это я попал? В Париже. Я в Париже. Походу, я управляю этим лифтом. Пипец. Такого у меня еще никогда не было. Чтобы я управлял хоть чем-то. Так, и мне снова дали гранатомет. Который по-кривому, блядь, работает. Чё это за одна корона? Да, блядь. Господи. А! О, нет. Только не это хрень. Не. Я чё, только что заморозил врага? О, ну теперь понятно, что эта пушка делает. Она просто замораживает врага. И нафиг. Чё это, блин? Ага, снова я. Снова я к нему причалил. Только забавный факт, да. Ни хрена, тут уже другое. Слот-машина, кусок металлолома. Это чёртова железяка. Будто ломается сама по себе. Скоро я её починю. Ни хрена, доспехи. Давайте я какой-то артефакт куплю. Например, оружельский перчик. Давай. Все. Еще включено. Угу. Так, давайте пройдем испытание. Так, первое испытание. Бля. А нафига появляться так внезапно? У меня вопрос. Стоп, геймпад! О, блин. Да хватит уже бить, я хочу просто отдохнуть. Почтовый ящик. Ни что такого в этом оружии не бывает. И аж почтовый ящик выпадает. Нет, блядь. Почтовый ящик. Где? Да ем. Так, делается благословение. Мушкетрон, бля. Ну, на мушкетрон, ё-моё, повезло. О,
О, броня, неплохо. Ладно, отправляемся в следующее. На этот раз вот в это. Мадрид, Мадрид, где это? И чё? Да, против пули она не справляется, конечно же. Бля, да что вы? Бля. Опа, богослови... Новое оружие. Чего? Это чё я только что сейчас получил? Синяя слизь, да откуда они берутся? Нет, от мешающих мне врагов надо срочно избавляться. Что это за прототип? А, это то, что мне попадалось ранее. Нифига, череп разозлился. Так, мне уже дали... Что это? Контейнер. Жидкая жизнь, пипец. И мне кажется, или эта игра стала легче по сравнению с Enter the Gungeon? Опа, выпустите нас. Ни хрена. Не переживайте, я вам помогу. Вот вам ключ. Эй, открылась. Стоп, да это шо ее парасоте? Ах, наконец-то. Спасибо еще раз, что уж там... Ручище у быка огромные, а прутья он разогнуть все равно не смог. Я тебя услышала, бык. Поблагодари лучше нашего спасителя. Спасибо, что спасли нас из этой тюрьмы. Во всяком случае, наши тела сколько ненужной драмы. Я так понимаю... Вы в курсе, что оружие разваливается. Не надо было, наверное, 100 000 раз убивать свое прошлое. Уяси. То есть в этом случае пилот, охотница, бандитка и космодесантник купили свое прошлое 100 000 раз. Это, то есть получается целых 400 000 прошлых. Охренеть. Мы, в общем-то, пытаемся перевести коммерческий отдел оружия куда-нибудь пониже. Решили попробовать помочь тем, кто там застрял. Найдите нас в подбрешье, если хотите. Надеюсь, к тому времени мы уже успеем открыть лавку. И еще раз спасибо. Да, спасибо. Ну, хоть зато освободил. Чао. Так. Так, мужик. Понял. Я же все потратил. Ладно, давайте на следующий этаж. Да, блин. Да нафига мне куба-то? Нет. Да собака. О, господи, я так не выживу. Это что мне попалось? Ну, вовремя. Ни хрена. Лазерное оружие! Все. Прибили говнюка. Надо не дать этим скотинам приземлиться на наш лифт, а иначе все. Минус. Пипец. Бля. Из этих перекатов придется страдать не на шутку. А ты еще кто?
Нет, кожу, кубышечка, ты уже задолбала. Бля! Бля, бля! Собака! Вы чё мне дали? Бан. Дайте мне босса. Чуд. Чуд. Нифига, его разбили. О! Стоп. Секретарь его величества? Поганка? Это же приспешник короля пули. Ну хотя да, мы его убили недавно. Хитрит, мужик. Мужик, ты чё творишь? Мужик, ты чё? Мужик, да хватит уже. Оставь нас. Нет. Да, мужик. Это сейчас что было? Мужик, ёпарасота. Ну, как сказать. Зато вот столько у нас было. Давайте обрежь. Ой, бонус. Два кредита гегемони. Неплохо. Здорово. Лифтер? Эй, оружелец, я должна рассказать тебе еще кое-что. А, я дарую благословение твоему оружию перед каждым забегом, но благословение калибры непостоянно. И наступит момент, когда тебя будет тошнить от перемен. Если ты покрутишь один из этих зловещих черепов возле стражи вон там, вот так. Моя магия изменит свое направление оружия. Снова появится вооружение, но у него не будет патронов. Чего, бля? Как только ты их найдешь, нажми левый контроллер, чтобы переключиться между ним и благословенным оружием. Удерживай левый контроллер, чтобы заметить время и выбрать оружие из того, что у тебя есть. Зайди в настройки, чтобы настроить смену оружия. Попробуй, если найдется благословенное оружие, с которым ты не захочешь расставаться, можешь оставить тайники с дополнительным оружием здесь. Вот и все. Вжух. Ядрит Мадрида. Стоп. Лифтер? А чё ты тут забыл, мужик? Здравствуйте, пилот. Помните меня? Я Тейлор, механик. Занимаюсь изготовлением лифтов. Этому месту недолго уже осталось. В свете этого я создал хитрую сеть подъемных механизмов, чтобы вам было проще выйти из оружия. Поскольку вам всем надо будет выходить одновременно, я лично разработал для каждого оружейца свой маршрут из оружия. Иными словами, каждый оружелец пойдет индивидуальным маршрутом с персональными лифтами. Конечно, иногда они будут пересекаться. Например, первый лифт для всех общий, но большинство остальных очень отличаются. А, так вот кто это нам подготовил все эти лифты. Наш старый друг. О, вот и за кредиты гегемони. Здорово. А, тут у вас купить кое-что. Ниху... Коммерческий отдел. Стоп, а что означает пчелиный улей? Нифига. Ага, приобретение замечательное. Холод 45! РПГ! Так, я... Стоп, а что реально выйдет, если я их поверну? Опа, режим арсенала. Оружие в... Ничего. Ага. Я у вас уже понял. Ага.
Ладно, ребят, на этом мы и закончим наш первый видос по Exit the Gungeon. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока.